Это решение в прошлом году было принято о том, чтобы для более качественных, так скажем, работ по содержанию парков, скверов завести структуру, ну, которая бы подчинялась муниципалитету. То есть в связи с тем, что муниципальные предприятия – это коммерческая структура, которая является учредителем, они не могут, ну, орган местного, учредители орган местного управления, то есть они не могут напрямую выходить без торгов. То есть вся эта идея связана с тем, что при проведении аукционов по 44-му федеральному закону, то есть очень часто выходят на торги нерадивые подрядчики, с которыми потом сложно бороться. Это не только проблема города Ачинска, так скажем, то есть это, ну, проблема многих городов. То есть поэтому возникла идея создать некую структуру, которая может выполнять эти работы без, так скажем, проведения отбора. То есть учитывая ту структуру, которая сейчас есть в администрации, ну, скажем, в городе Ачинске. То есть было принято решение создать участок по благоустройству на базе муниципального казенного учреждения, центра обслуживания учреждений. То есть в настоящее время эта организация занимается тем, что оказывает услуги по содержанию объектов культуры, то есть это дворец культуры, там музыкальная школа, то есть там, ну, такие люди, то есть как бы дворники, уборщицы. То есть на этой базе принято решение создать участок. То есть в прошлом году эту работу начали, просчитали площади. То есть и на данном этапе, то есть планируется создать участок численностью 10 человек, которые начнут, так скажем, эти работы. Учитывая весь бюджетный процесс, да, как бы то, что эти деньги планировали и деньги появились, ну, физически они были запланированы в прошлом году, но пока был принят бюджет, то есть он, по сути дела, средствами можно распоряжаться с 1 января 2022 года. То есть в настоящее время, то есть руководителем этого учреждения занимается подбором кадров, приобретением инструмента шансового, то есть, ну, все, что необходимо для работы этого участка. То есть по нашим планам эти работы начнут выполнять с 1 марта текущего года. Ну, на данном этапе, то есть у нас запланировано на этот участок это порядка 13 миллионов рублей, то есть в год. Но это, как бы вы понимаете, это, ну, это по сути дела только зарплата. Пока мы не предусматриваем приобретение техники, то есть это будет привлечение сторонней техники, ну, то есть по договорам аренды, либо там каким-то другим. То есть в дальнейшем этот вопрос прорабатывается, конечно, чтобы купить как минимум, ну, какую-то разъездную машину, да, там, ну, чтобы персонал возить, как бы, все остальное. То есть более такой серьезной строительной, ну, как тяжелой техники, там, тракторов, либо еще, то есть пока мы такое не смотрим. То есть также прорабатываем вопрос приобретения, ну, ручных, так скажем, там, газонокосилки, там, эти снегоочистители ручные, так скажем, ну, которые бензиновые, видели, наверное, которые снег откидывают. Ну, такого, как бы, рода.